гимна Российской Федерации Кубани ведущие открыли торжественную линейку, завершающую месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в Армавире. Ученицы 4-й школы показали танец, который символизировал периоды жизни до и во время Великой Отечественной войны и майский вальс победного 45-го года. Действительно, месячник оборонно-массовой военно-патриотической работы, который завершился, помогает нам вспомнить прошлое, помогает нам чтить память и оставаться неравнодушными к чужой беде, к чужому горю. Мне очень хочется поздравить всех вас с такими вот замечательными наградами, которые вы сегодня получите. Почетные гости наградили учеников школы средних учебных заведений. В личном и командном зачете они принимали участие в игре «Зорница» и в соревнованиях по стрельбе и гиревому спорту. Илья Сенченко поднял гирю 100 раз и заработал наибольшее количество очков по этому виду спорта, что сделало его абсолютным победителем. Гиревой спорт очень развит в армии, в военных училищах. К этому спорту меня привели друзья еще года полтора назад. Вот. И как бы второй раз на тренировке сходил, очень понравилось. Вот. И это затянуло, это уже как наркотик. Оно мышцы не особо развивает, она выносливость развивает, силу. О том, что сила, выносливость, а также любовь к родине нужны не только во время боевых действий, но и в мирной жизни, знают все. Месячник оборонно-массовой военно-патриотической работы закрепляет эту аксиому молодого поколения и задает правильные ориентиры в развитии личности каждого подростка. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.